Более 100 человек пострадали от действий лжемедиков в Липецке. Мошенники навязывали пожилым людям дорогостоящее лечение от несуществующих болезней. Ущерб составил около 1 000 000 рублей. Сотрудники МВД совместно с Росгвардией пресекли деятельность двух таких псевдоклиник. В организации не было лицензии, а у медицинского персонала образования. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из злоумышленников задержан. Злоумышленники звонили им и предлагали сделать бесплатную диагностику организма на специальном медицинском оборудовании, которую на самом деле проводили в клиниках на тренажерах, предназначенных для фитнеса. После диагностики пациентам ставили ложные диагнозы, убеждая, что им необходимо срочно пройти дорогостоящее лечение.